Ну что ж, друзья, мы начинаем награждение лучших игроков третьего игрового дня, тех, кто попал вчера в символическую сборную. Один из них — это Илья Пилипенко, который вчера выдал великолепную игру, забил два красивых гола. Илья, помнишь свои голы? И расскажи о них, пожалуйста. Да, первый помню гол. Мне Клинин отдал передачу в центр, я развернулся и пробил. Вот, повезло, что попал прямо в самую девятку, без шансов для вратаря. Вот, второй гол, там был аут на нашего нападающего, или вынос. Вот, он поборолся, и там защитники не разобрались, и я первый выскочил, убрал вратаря и забил с острого угла. В общем-то, и все. Скажи, пожалуйста, какие были эмоции, о чем подумал, когда узнал, что попал в символическую сборную? Да, на таком этапе-то, как бы, как сказать, на групповом, ты особо... Такой особенной ценности нет. И было бы приятнее попасть в сборную всего турнира. Вот это было бы намного приятнее. Илья, у вас сегодня игра с «Миллионом Роз». Это команда из Санкт-Петербурга. Видел ее, знаешь? И, собственно, какой настрой перед этой встречей? Настрой боевой. Ну, я так обзор посмотрел. Прям особо что-то по сопернику не могу сказать. Ну, не видел их. Они, не знаю, не участвовали ни разу, наверное, в общероссийских турнирах еще. Вот, поэтому да будем в 1-16, как бы... Все игры будут трудные. Вот первые две игры, две по пенальти решились только, и все. А ты знаешь, что есть такое, ну, проклятие авангарда вот в плей-офф? Я слышал об этом? Да, по пенальти, то, что они проигрывают. Ну и по пенальти, и финал был проигран. То есть не получается вот чего-то. Знаешь об этом, да? Ну да, ну, конечно, следил все время. Но думаю, как говорится, проклятие снимем. Вот, постараемся. Слушай, а мы от нашего партнера, компании 1xBet, вручаем тебе приз за то, что попал в символическую сборную, ну и снять проклятие авангарда. Поздравляем тебя. Спасибо большое. Поздравляем.